Всем привет! Сегодня расскажу интересные, важные вещи, которые помогут сэкономить вам деньги. Поговорим про биткоин и про прогноз его, куда пойдем. Также я не понимаю, как вы до сих пор торгуете без вот этой программы. Не рисуете, не чертите, ничего не предпринимаете. Быстрее внизу переходите по ссылке, регистрируйтесь в этом сайте, и у вас будет 30 дней бесплатного использования этой программы. Также, если вы хотите отблагодарить наш труд, то есть то, что мы для вас делаем, возможно, многие люди благодаря нашим видео смогли не потерять свои деньги и, может, где-то заработать. Вот. Если вы хотите отблагодарить, пожалуйста, внизу под описанием будет ссылка на регистрацию в Binance. Это наша реферальная ссылка. Заходите, регистрируйтесь заново и торгуйте на нем. Это будет, скажем так, для нас тоже некий стимул. Те, кто могут в комментариях написать, благодаря каким видео вы, ну, может, узнали что-то новое, может, реально это помогло вам сэкономить деньги. Там очень много видео, на самом деле, и торговля на споте, и торговля на фьючерсах, и мы рассказываем торговую стратегию нашу, потому что все, кто, скажем так, торгует там от 1000-2000 долларов, ну и те, даже те, кто торгует меньше, в начале, когда закидываете вы большое количество денег, не понимая, что происходит с рынком, обычно вы половину теряете. Вот. Если не все, на фьючерсах вы все можете потерять вообще до нуля. Вот. Поэтому я, ну, не то что призываю вас, а я вам хочу сказать, что перестаньте сливать свои деньги. Мы поговорим и про Dogecoin, что сейчас с ним происходит, и про другие криптовалюты. Кстати, вот я хотел вам показать их. Вот, собственно, сегодняшняя ситуация на рынке. Их рост, Tel, Telecoin, очень за год 17 000%, даже 17 600. За месяц огромный рост. Но, как вы видите, наш общий, да, трейдинг, который мы выкладываем в сообщество, сейчас я вам покажу его. Мы выкладываем для вас здесь тоже точки входа, скажем так, это как в телеграм-канале, но которые уже, конечно, показали какой-то процент. Но, по сути, я вам дальше расскажу, как вот так торговать. Вот я торгую на больших кредитных плечах, не потому что, скажем так, бесшабашно я к этому отношусь, но мне так более комфортнее. Я не ставлю большую маржу, вот, достаточно там, допустим, до 500 долларов, и, ну, суммарно, да, и мне нормально, комфортно зарабатывать 63%, 57%. Позавчерашний, по-моему, день я постоянно постил, вообще не было минусовых сделок, все в плюс, и все вообще по уровням, вот как вы видите, просто шикарно. Сегодня ночью только биткоин просел, и у меня было минус, сейчас я вам скажу сколько, минус, наверное, 300%, но есть у нас посвященное видео в плейлисте, я потом покажу, как выйти из минуса в плюс. То есть я сегодня во второй половине дня поставил тоже на уровне усреднения где-то в x2, да, x2. И вышел в плюсе. Абсолютно все как бы спокойно теперь я делаю. Вот это все на ваших вот 233 трейд, это ночные трейды, когда биткоин как раз вот, когда сегодня он упал, у меня был выставлен в правильном направлении ордер, и я зарабатывал такие большие проценты, и их очень много. Вот, кстати, вот одно из важнейших правил в трейдинге — это реально отдохнуть и не торопиться. Вот, не торопиться и отдохнуть. Если у вас что-то не получается, поверьте, это самое крутое, что может вообще придумать, это после IT. Это самое крутое трейдинг, самое крутое и для развития вашего мозга. И вообще взагали как хобби, которое приносит потом в будущем вам деньги. Вы просто должны распланировать, сделать план себе
и стремиться к этому плану каждый день. То есть сядьте, свои цели сформируйте, план, по которому вы двигаетесь, и начинайте поглощать новую информацию, начинайте практиковаться именно вот осознанно. Вот. Также машинные прогнозы я вам выставлял, и тоже есть посвященное этому видео, что это за приложение такое. На нем можно потренироваться, кстати, у вас там будет 10 тысяч долларов. Ну, понятно, что они виртуальные, но это позволит вам, те, кто новички, хотят понять, как шортить или как лонговать, то вы там реально можете ну, потренироваться и не спустить все деньги в мусорник. Так, дальше прогноз 113%, 28, 42. Был один у меня трейд минусовый, но вот тоже один момент. Кстати, поставьте плюсики, кто дослушал до вот этой минуты, потому что интересно, вот там у нас просматривают там 200, 300 человек, там 400, когда как. Бывали видео и 10 тысяч просматривало, но интересно, насколько вот людей. Я важные вещи реально говорю, и как бы свой результат я говорю, и потом важные вещи. Вот сколько людей не прокручивают, и поставьте плюсики, интересно посмотреть на количество людей и вам, и нам. Вот, значит, что-то здесь у нас. Ага, это у нас. У меня что-то тут зависло, я понял, почему так получилось. Вот, плюс, 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 плюс. Тут есть еще одна логика. Где она? Вот. Вайкофа. Вот у нас модель пружины, да? Консолидация накопления, проторговка идет. И выход вверх резкий. Я думаю, что возможно один из вариантов, оно всегда повторяется, один из вариантов, где мы сейчас, это вот здесь вот по биткоину, и я думаю, что должен быть вот такой вот движение вверх. Так, теперь возвращаемся к нашим криптовалютам. Так, SafeMoon какие-то, то есть криптовалюты, смотрите, они вообще стоят 0,00000 0,9. Обычно в долгосрочной перспективе эти криптовалюты и потом вырастают. И нужно ждать не один год, чтобы они выросли. Но когда вот он поднялся, высока вероятность, вот сейчас высока вероятность вот такие вот падения. Но опять, не лонговать, не шортить, просто на споте покупать. И держать какое-то количество небольшое. То же самое здесь. Видите, тут вот уже начинается какой-то вот за час минус 3%. Вот. За день он дал 3% плюс и упал на 3%. Вот. Когда дает криптовалюта иксы, она может очень хорошо упасть. Допустим, возьмем ENG. Очень хорошо выросла. Вот видите, за год 1500% упала на 28%. Чтобы вы понимали, 1500 он не упадет на 1500 вниз. Он упадет на максимум, да, на 100%. То есть он не будет 120%. И этот, вот мы, допустим, выросли на 1500%, и мы, допустим, упали на 50, считайте, что это половина уже, понимаете? Это типа 700% роста или 800, 750, понимаете? То есть 50% вниз, и все, вы то, что вы заработали типа 1500%, все еще съедается. Поэтому ждать у моря погоды вообще не вижу. Нужно торговать и закрывать частично каждый день. Тоже смотрите, Dogecoin 20 тысяч процентов в год дал, 686% в месяц. Вот. И вот этот показатель 0,7 и пиковый, да, 0,7 пиковый, и сейчас он торгуется 0,4. Это, ну, мы сейчас посмотрим, там большая капитализация, но из-за чуваков, которые
Одни говорят, давайте держать до доллара, а другие говорят, что сейчас мы будем его шортить, и все посыпалось. И реально много людей. Dogecoin, я изначально сказал, бешеная собака. На ней так настолько большая волатильность, что вас может вообще съесть, снести. Сейчас, как вы видите, Dogecoin стоит 0,5. Вот, но с такими криптовалютами реально нужно быть осторожным. Очень большая волатильность, и не всем везет. Вот. Дальше давайте посмотрим еще криптовалюты, которые дали. Вот CHZ. Он дал за год 5000%. И 0,5 это отнюдь не самое большое пиковое у него значение было. Вот, он стоил даже 0,70 с чем-то. И он тоже упал на очень хороший процент и практически не поднялся. О, XRP. Ну, с ним вообще крутая история. После этих всех судебных разбирательств и так далее. То есть я тоже в видео говорил, что может выстрелить. Но в начале XRP торговался вообще в районе 0,3, 0,4, 0,003, по-моему, да? Или не 0,4, 0,3, да. И особо вот эта волатильность была небольшая, но она очень изнурительная была. Вот. Но на ней можно было натренироваться, конечно. Фил тоже хорошо тогда вырос. И сейчас он за месяц упал на 20%. Линк 1140%. Я в первое видео можете посмотреть, когда я купил 155 криптовалют, и один из топовых, скажем так, на тот момент криптовалют был Линк. Вот, что у нас тут еще есть? Кейк, NFT токены, да, 59%. В общем, у моря погоды ждать не стоит. Проторговали, закрыли частично. Стоп-лосс подставляйте выше и выше и зарабатывайте деньги. Ладно, поехали, давайте смотреть по биткоину. Вот то, что я вам говорил, вот это накопление. То есть мы упали вообще по уровням, вообще просто супер. И мы упали и теперь восстановились. Ну, в принципе, очень хорошо восстановились. Вот на где-то 5%. Сейчас мы, у нас тут консолидация, проторговка. Здесь я торговал сегодня вообще, то есть, видите, как бы, если шортить, то мы пошортили, закрыли. 2% заработали, закрыли. Половину, допустим, или на 75%. И где-то стоп-лосс продвинули вперед. Где-то здесь, да. Криптовалюта выбила, все, мы не в минусе. Потом можно взойти в лонг было 2,5%, то есть торговать, ну, как по мне, комфортно. Так, закрыли, открыли, закрыли, открыли. И подкрепляете это стоп-лоссом. Ну, то есть стоп-лосс только в профите. Вот, значит, это у нас час, 4 часа. Ну, вот так вот нарисую. Может быть еще вот движение, понятно, вниз. Раз, два. Я думаю, что мы будем восстанавливаться на 4 часа, но это я, конечно, много показал. Интересно, как сегодня день закроется, потому что такое, знаете, как ощущение еще сохраняется падение. Вот. Тут тоже, как вы видите, криптовалюта упала очень хорошо на 28%. Тоже устанавливают, то есть регистрируйтесь в этой программе и смотрите, вот тоже 26%. Видите, раз, 18%.
27%. А насколько он растет? Он растет где-то примерно сейчас там 38%, 24%, 25, 26%. То есть тут, конечно, есть, как и здесь, такое небольшое падение восстановления. Он небольшое падение сделал, восстановился. Но если глобально там смотреть, то нам есть еще куда падать. И есть еще куда падать. И на 51 мы можем пойти. Поэтому, когда вы торгуете каждый день, вы абсолютно не подвержены каким-либо таким последствиям, что вот надо было там заработать, надо было еще что-то. Все, мы тут в лонг стали, где-то здесь зафиксировали час, где-то здесь зафиксировали два, здесь поставили стоп-лосс, мы уже в профите будем в любом случае, движение пошло вниз, и мы начинаем шортить. Так, по прогнозу, что у нас здесь есть? И опять все движется от биткоина. Если вы думаете, что да, есть криптовалюты, которые пампятся, и там другой вопрос с ними. Но в основном все идут за биткоином. Все идут за биткоином. Ну реально, вот если так посмотреть, я бы предпочел, что он будет идти вверх. Вот скоро там должен выйти или проторговка. Понятно, может тут какое-то движение быть вверх-вниз. И он должен выстрелить. Выстрелить вверх. Есть куда еще расти. На 4 часа я тоже думаю, что он должен вырасти. Вот, то есть сейчас... Думаю, что вот если он упадет немного, я возьму лонг. Может, на уровне 55-482, да, если он допадет. Это примерно 1%. Вот, но так по практике, по опыту, на дне, если смотреть, на дне, если смотреть, это много, конечно. Вот это все прошло, это много, это несколько месяцев. Мы находимся где-то, наверное, на середине. Мы можем отсюда случиться какие-то хорошие новости, пойти реально вверх, как пишут трейдеры, да, мы можем пойти либо вверх, либо вниз. Но на данный момент мы такое впечатление, что там, можем пойти все-таки вниз. Мы можем пойти вниз. 2, 3. Надо смотреть дальше еще. Глобально я не любитель, скажем так, давать прогнозы, потому что обычно глобально все делают так. Ага, мы вот тут на недельке смотрим, что у нас тут происходит на недельке. Ага, та-та-та, у нас тут коррекции не было, тра-та-та, ну все, может быть, биткоин там пойдет вот так вот вниз, там с точки сопротивления, точки сопротивления с точки поддержки линии, и ну, он может сейчас туда, может сюда. Да, сейчас падают покупки, но это все насколько может произойти неожиданно. Вот это выкупление и идти там на 70 тысяч или на 80 тысяч. Это может настолько быть все неожиданно, что если здесь было ощутимо, понимаете, проценты там. Вот мы упали с 10 тысяч, если вы видите, там до 3. Это было 66%. А вот как вы видите по цене, это ну, не так много вроде.
Так вот, если на 66% вот здесь отсюда пойдет цена, так мы окажемся вообще на 19 тысяч. А если посмотреть, так это вы понимаете, это полмесяца мы падали. А если посмотреть небольшие коррекции, вот отсюда вот до сюда, там это 20%. То есть, ну, это в принципе 20%. Это вроде как показал все логично. Вот 20% мы оказались там 45-48. Тут есть линия поддержки такая, она сильная, 48. Вот, мы можем еще сюда прийти. Абсолютно вот. Но. Свое видение, в общем, я рассказал глобально, да, на 4, на день мы еще можем спуститься вниз. Такой вот волна у нас, и пойдем вниз. Вот. На локально, это там сегодня вечер, завтра день, локально мы можем идти. Сейчас, секундочку. Мы можем идти вверх. То есть у нас про торговку, там мы его вроде бы и так сейчас идем вверх по чуть-чуть. По чуть-чуть идем вверх. Вот. То есть, если точнее, мы можем так вот раз отсюда, два. Ну, вот как-то так. Может, как-то так сделается. И торговать лучше всего, когда вы реально ловите вот эти падения и лонговать отсюда. Понятно, это тяжело сделать, но, допустим, вот этот уровень взять вы можете и заработать там дополнительно 4,5%. Но при плече 100 это будет 400%. Второй момент. Если вы не умеете читать график, то практика, еще раз практика. То есть читать книги, смотреть наш канал и торговать с небольшой маржой. Вот самой минимальной маржой торговать и пробовать постоянно набивать процент себе. Процент, процент, процент. И нужно вам до таких пор торговать, пока вы не начнете понимать график. Вот когда вы будете понимать график, что происходит здесь, почему она падает, почему, что происходит. Вот тогда вы сможете зарабатывать хорошо деньги. Вот. Что у нас есть? Теперь давайте перейдем к тому же Dogecoin. Так, есть Dogecoin. Мы его сравним с BTK. Так, ценовая шкала нас интересует. Вот она появилась. Вот смотрите, что у нас происходит. И доги зависят от биткоина. И тут, конечно, падение серьезное было. Давайте 4 часа включим. Бедные, ну реально бедные люди. Вот их просто обманывают. Вот здесь такое вот столько людей, которые реально могут обмануть. Вот тоже по уровням, видите? Отработала, пошла вверх. А смотрите, что у нас происходит по доге. Вот у нас пик был 0,74. Отсюда чуваки решили пошортить его, написали в Твиттере. И пошортили хорошо на аж 44%, 43%. Не знаю, но новички точно думали, что вот, да, ну как это, вот оно упало и там поднимется все равно, буду держать.
Те, кто у вас большими плечами встал, их там где-то наполовину уже вынесло, потому что если вы 43 умножите на 100, а на 50, наверное, по-моему, на Dogecoin, вот умножайте. Это получается, по-моему, больше 2000, да, процентов, ну, 2 с чем-то процентов. Так вот, 2000% взять, допустим, 100 долларов, минимум какой-то, да? Ну, минимум я имею в виду, как ставят. 100 долларов. 40, 100 долларов умножить на 2000%. Это, короче, у вас вынесло. 100 долларов. Да. Это минус 2000, вот из 100 долларов, кто заходит, это минус 2000 долларов в итоге здесь. И когда Dogecoin восстанавливается наполовину где-то, я думаю, это и есть половина, допустим, возьмем 20%. 100 долларов, допустим, умножить на это 20. Да, 20% это 1000%. И все равно вот здесь вот 1000 долларов минус. Кто расстанется с этими 1000 долларами? И 100, всего лишь 100 долларов человек запульнул. А есть те, которые хотят вот сразу, они 500 долларов, допустим, ставят. Ну, вы понимаете, какие там суммы. Допустим, мы возьмем без плеч, взяли. Ну, я как торговал там, допустим, 1000 долларов, 2000 долларов, один трейд раньше. 2000 долларов, это там год назад, и я мог тоже за ночь поднять 50% просто на споте. Но, допустим, 2000 люди здесь зашли на 2000 долларов, и 860% потеряли, 860 долларов потеряли. То есть они сейчас, ну, у них почти минус 1000 долларов здесь. Если они додержали, понятно, вот здесь своя точка разворота и линия поддержки. Я их тогда рисовал, их были здесь, пробив, пошли выше, тоже рисовал свое видение по Dogecoin, предупреждал тоже многих. Обратите внимание, биткоин, вот такой посыл биткоина вниз, тоже еще раз вниз. Сейчас я вам приближу. Вот. Как-то так, да? То есть я сейчас торгую на биткоине в основном. Он более стабилен. Более стабилен, и там легче усредниться и научиться дальше. Вот. Как вы видите, на Dogecoin тут линии до 1,6. Но пока Илон Маск там что-то там рассказывает не то. Пока есть люди, которые нагнетают обстановку вниз, он будет вот в таком положении. Сейчас час откроем. Ну, пока я вижу, что тенденция может быть идти к линии 0,52, отсюда вы идти на, ну, дальше, скорее всего, может на 0,46 пойти. Вот как-то так. Четыре часа.
дальше у нас? Ну, может, тогда вот как раз вот так и будет. Локально там 15 минут, там, час-два будет так, а потом должен все-таки дорасти хотя бы до 0,56. Но это уже может завтра быть. Там посмотрим. Понаблюдаем. Так. Напишите какие-то монеты, которые сейчас ну, на слуху, скажем так, и может быть рассмотрим какие-то интересные монеты. Я вспомнил, допустим, ETH есть, да, которая тоже дала иксы. Напоминает, когда так биткоин рос. Вообще круто. Так. Ноль. Это 4 часа. Может быть, он здесь вот сделает такую двойную вершину. А отсюда пойдет отсюда вниз. Один час. Ну, тоже, как видите, биткоин. Более агрессивный сделаем график. Видите, биткоин движение и движение Этериума. Он тоже просел. Где тут? Ага, вон она, наш линия. И тоже такая же ситуация. Видите? Тут 12%. Потом восстановился на 6%. Тоже как же так же как биткоин, поэтому биткоин идет вверх и криптовалюты, о том что я и говорил, тоже идут соответственно, но больше конечно реагирует когда биткоин падает. Вот, но пока вижу еще день, посмотрим. Особо каких-то коррекций особо не было. Круто вырос за этот период 160-170% с 1500. Хороший рост. Ничего коррекции не было, и в любую минуту может быть коррекция. Вот уровни там 4274 и 4686. Вот или отсюда он может вот так вот пойти на небольшую коррекцию, может большую, может и отсюда пойти. Но скоро должен какую-то коррекцию сделать. Так. Все, это обсудили. В общем, в итоге, что мы имеем? Мы
имеем то, что у вас должен быть план. Вы не должны спешить заходить в сделки. Вы должны тоже также анализировать криптовалюты, устанавливать, то есть заходить на этот сайт. Внизу ссылка по описанием. Заходите, регистрируйтесь обязательно. Чертите, смотрите, просыпайтесь и смотрите, что куда пошла цена. Вот. Если вы хотите постоянно добавлять деньги в надежде на то, что чем больше вы будете ставить ордер, тем больше вы заработаете, то это большая ошибка. Наоборот, сделайте так, как я. Сделайте с $1 $500, как это сделал я. И вы научитесь и будете видеть намного больше, чем сейчас видите. И поверьте, вы всегда будете, вот сколько вы будете заниматься трейдингом, вы всегда будете, вы знаете, как учиться. Потому что никто не может видеть будущее, но аналитический склад ума у нас у всех, без исключений, вот то, что мы опыт, который видели в прошлом, это все как бы циклично, вот как раз рынок криптовалют, он цикличен. Просто многие забывают, что было раньше, и думают, что оно не повторится никогда. Я вам так скажу, что вот здесь вот, давайте на 4 часа откроем. Интересно посмотреть на тех, кто вот реально до 36 минут выдержал. Можете поставить, ну, допустим, цифру 5. Вот кто досмотрел до вот этого уровня. Так вот, что я хотел сказать. Вот это все, это люди, те, кто серьезно настроены, они... Это все рост, это не они не зарабатывают. То, что у них растет баланс, это все еще не заработок. Вот это падение. Это не то, что люди там, о, падение, все. Это люди зарабатывают. Вот здесь вот они зарабатывают. Здесь они чуть-чуть заработали. Но самые большие падения, когда там 60% и все остальное, вот тогда они хорошо зарабатывают. И по биткоину вы помните, когда начали на каком, по-моему, на криптовалютной бирже Gemini, которые завели очень большое количество биткоинов и потом начали их продавать. Вот там вот был большое-большое падение, там, по-моему, на 40%, да? Не помню. Но вот там вот люди зарабатывают. Поэтому вот все вот это, знаете, как чем выше, тем как бы нарастает такое вот психологическое напряжение. И поэтому трейдинг – это своего рода такая психологическая штука. Если вам это не нравится, вот у вас там такой адреналин не нравится вообще торговать, просто хотите заработать, реально лучше не торговать. Можете просто купить какую-то криптовалюту на несколько лет, но нужно тоже выбрать криптовалюту, которая стоящая. И все. И есть такой, по-моему, даже те, кто просто держит валюту долгое время, они зарабатывают в итоге больше, чем те, кто трейдит каждый день. Но опять на своих уровнях, потому что есть люди, конечно же, которые приумножают свой капитал ежедневно, но тогда им это нравится, они кайфуют от этого. А мы сейчас говорим о том, что как вот заработать деньги и не потратить слишком много нервов. Нужно вложить то, что не жалко потерять, это раз. Второе, все равно банки сейчас дают очень мало денег под процент. В-третьих, вы, я думаю, что если подождете несколько лет, криптовалюта, ну, кроме XRP, конечно, там надо больше, чем 2 года ждать было.
И вы сможете, конечно, уже удвоить свой капитал, и это будет больше, чем в банке, вот 100%. Если в банке дают 5%, то эти 5%, я думаю, что вы заработаете очень быстро. Не торгуя, просто вложив и ждете себе. И ждете себе, когда вам нужно это будет зафиксировать. Можете фиксировать, кстати, частями и выводить. Люди, которые не выводят, они в итоге могут потерять деньги. Что у нас тут получается? Кстати, посмотрим. То есть в ближайшее время я жду все-таки еще там одна свеча, может как раз 9 минут, может свеча еще вырасти, но пойти где-то на уровень 55-530, может быть даже 55-115, и потом все-таки выстрелить вверх, поскольку мы и так находимся внизу. У нас тут собирается такая консолидация. Вот. Глобально я думаю, что мы можем еще упасть. Я думаю, что мы можем упасть, и это будет возможность ваша заработать деньги, откупив или даже шортить это все дело. Вот. Вот такое вот пока у меня видение ситуации. Следующее видео. А, кстати говоря, смотрите наши видео, которые листинги, там очень тоже много интересного. И смотрите обучение, мы выкладываем для вас, я вам сейчас покажу. Вот смотрите, как определить точки входа по японским свечам, точки разворота. Посмотрите, как вариант применения такого инструмента, да, и это очень тоже важно понимать, знать. И дальше мы будем больше выкладывать таких обучающих видео. Вот листинги, лайфхаки, как уменьшить расход на комиссию, как анализировать сделки. То есть куча очень классных, супер вообще видео бесплатно. Понятно, что многие люди, которые видят что-то бесплатное, они особо не напрягаются даже. Вот. Когда они что-то заплатили, тогда они уже начинают ценить. Это все понятно, все ценится. Но, тем не менее, я вам покажу, расскажу, почему мы ведем этот канал. И, понятно, несколько есть причин. Вот. И, может, вы когда-то думали об этом, может, нет, но первая причина – это то, что когда ты привносишь что-то в мир, такое вот полезное, знаете, как созидательное, и помогаете другим людям стать лучше, стать богаче, стать счастливее, где-то сохранить их нервы, вот, особенно в этом деле. Когда раскрываешь другим людям глаза, то, знаете, как ты, по сути, собираешь такую позитивную энергию в себе. Вот, то есть ты не то, что тратишь свое время зря, да, а ты ее, наоборот, аккумулируешь вот в энергию. И много людей, которые реально благодарные, которые, ну, то есть, это круто, и ты это чувствуешь. Поэтому записываем видео для вас, записываем их бесплатно. Вот. Я уже повторяюсь, кто хочет отблагодарить, пожалуйста, регистрируйтесь. Внизу ссылка под видео. Это криптовалютная биржа, топ-биржа. Тем самым торгуете, заводите туда деньги, торгуете, и тем самым вы нас таким образом можете отблагодарить. Всем спасибо за просмотр видео. Всем удачных сделок, всем профита. Всем пока.